Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, привет Сергею Феоктистову и большой привет беседе конюшни. Так, ребятки, слушаем. Да, пой, шипс. Да, картошка фри, шляпа. Поехали, друзья. Ты что, потрал тебе посуду? Ты картошку покушать? Да хватит тебе, нахуй, кроме тебя, дебила никто не живет. Это ж конта. Фри, знаешь, что такое, по-моему, по-моему? Шляпа. Это детка, как и кофе. Не пожимаю лапу тем, кто пожирает эту гадость. Если хочешь ты похавать при картошку на обед, то готовься оседлать волосатый злой мопед. Это контакт, съел одну, теперь ты гомик. Так, ребятки, что скажу? Ну, начало нормально, интересно. Интересно, даже вот мне интересно, что будет дальше. Это получается как мультфильм, что ли, как игра какая-то, да? А голос как тебе и голос песня? Голос красивый, голос очень красивый, прям. А песня? Ну, пока звук, еще... музыка. А? Музыка мне нравится, ребятки. Я еще песню не поняла. Ну, про игру это. Если хочешь картошку, оседлай мотоцикл. Ну, посмотрим, что дальше, ребятки. Я еще не поняла. Генерал Клитарчук, как Сергей Новик. Зачуханится легко поймать опущенную масть. Жареный контакт залетает сукам в пасть. Это детка очень хочет, my friend, my friend. Моя картошка залетает. Любишь этот соус? А? Выпиваешь полстакана кока-колы. На подносе ароматный, посмотри, посмотри. Ставит самый вкусный твой картофель фри. Хрустит, он горячий и соленый. О! Ты попробуешь мой френч очень скоро. А-а-а. Ты узнаешь супер тайну этой смеси. О-о-о. Что один укус лишает тебя чести. Это детка очень хочет, my friend. Моя картошка залетает ей в черри. Но она еще не знает тот факт, что картошка хаус, знаешь, контакт. Это детка очень хочет, my friend. Моя картошка залетает ей в черри. Но она еще не знает тот факт, что картошка хаус, знаешь, контакт. Так, друзья, что я могу сказать? Что я могу сказать, ребятки? Как я поняла, моя первая реакция. Я, может быть, неправильно поняла, ребятки. Песня, трек очень интересный. Музыка интересная, такая, знаете, так танцевать можно. Вот. Это как у нас игра идет. Я так поняла, ребятки. Игра, ну, интересно смотреть. Ну, там, наверное, про поваров, ребятки, я так поняла, как они картошку фри делают, подливы разные. Ну, я так поняла, ребята, хорошо поют. Бросают картошкой друг друга. Да, бросают, балуются, понимаете? Видать, они на кухне балуются, ребятки. Тебе очень понравится, говорит. Вкусно приготовлено. Да, да, да. Понравилось мне, ребятки? А что я могу? Мне очень понравилось, ребятки. Прям прекрасно, ребятки, и музыка интересная, танцевальная. Вот ставишь и танцевать можно, просто ставишь, танцуешь, да. Мне понравилось. А рэп как тебе? Она легкая, рэп молодец. Она очень легкая, она не надоедливая, ребятки. Вы знаете, ребят, мне очень понравилось. Голосок понравился, четко все, все четко сказано. И вот мне понравился мультфильм, правда. Я захотела картошку фри. Ну, правда, хорошо, сладко поют, да? Ну, пока, друзья.